Це проект «Супермама». Тут перед вашими очима відбудеться запекла боротьба чотирьох матусь з кардинально різними підходами до виховання дітей. У мене є син. Це моє щастя. Цього тижня змагаються мама-тренерка Аня. Всі люди хороші, але спортсмени немножечко лучше. Яка виховує в дітях спортивний дух. Сину 12. У нього такий прес. Екс-дружина мільйонера Юля, яка хоче виховати майбутню еліту. Правила для успішних людей – не дружити з неудачниками. Безглютенова мама Іра. Я чітко сліжу за здоров'ям своїх дітей. Чиї діти їдять винятково корисні продукти. Це залог щасливої і здорової будущої житті. Та матуся-касирка Альона. Я зірковий касир міста Києва. Яка мріє стати всеукраїнською зіркою, аби син нею пишався. Я розвиваю свою дитину як творчу особистість, щоб він брав цей приклад. Матусі вже дізналися про спортивні досягнення мами-тренерки Ані. Пукать пісі? Це підтримка тазового дна. У всіх своє дно. А чого вони коштують Ані та її дітям? Ганечка приходить во сколько примерно? Вона приходить в 9. А во сколько малышка спать ложиться? Надо ж хоч чуть-чуть з мамою побачити. І виходить, ти прийшов за 15 минут до сна ребенка. На черзі безглютенова і безлактозна матуся Іра, яка дуже дбає про здорове харчування своєї родини. Меня зовут Ирина Селюкова, мне 35 лет. Я мамочка троих замечательных мальчиков. 7 лет, 10 и 13. Мой муж работает маркетологом, мы вместе около 10 лет. Я не работаю, поэтому у меня есть возможность посвящать время себе и детям. Я четко слежу за здоровьем своих детей. И считаю, что питание – это один из самых важных пунктов жизни. То, что мы едим, это к нам попадает вовнутрь, соответственно, это нас питает. И очень важно знать, каким образом. Я смотрю витамин С, витамин Е, В2 и ПП. Да, все верно. Это именно минералы и витамины, вот и кальций. Я люблю исследовать наше здоровье. Мы регулярно с членами моей семьи проходим профилактические анализы. Это обычно 15-17 показателей, такие как общий анализ крови, общий анализ мочи, холестерин, глюкоза, липопротеиды высокой плотности, низкой плотности, анализы по волосам, либо по капле крови. Это все дает нам такую общую картину о состоянии здоровья ребенка, ну и нас, соответственно, как родителей. А меня интересует такой тест, называется FAT-тест, пищевая непереносимость. Вы по капле крови подбираете 100 наиболее подходящих продуктов. А детям вы делаете его? Запишите тогда, пожалуйста, 3 человека. Я супермамочка, потому что я слежу за здоровьем детей, за их питанием. Фундамент, который я сейчас закладываю в детей, это залог счастливой и здоровой будущей жизни. Стежити за харчуванням і здоров'ям – це дуже добре. Проте материнство і піклування про дітей цим не обмежується. Мені цікаво, як Ірина проявляє себе у інших аспектах виховання. Саме це й перевірять матусі-конкурентки Іри, які вже в неї на порозі. Я очень ждала гостей, очень к этому готовилась, очень сильно волновалась, переживала, не знала, чего ждать. Привет! Привет, красотка! О, вы тоже! Как дела? Хорошо, отлично! Привет, отлично привет, выглядишь! Спасибо! Я трошки шокована була, звичайно, те, що пупчик, все це видно. Це вона гостей зустрічає, показує свої можливості всі. Воно мені надо, да, як я до неї прийшла в гості. Красива кухня у тебе. Ой, які вкусняшки. Я захотіла удивити дівчаток і відкрити їм світ безглютенової їжі.
хто його знає, що вона мені там на стіл поставила. Я думала, ти хліб вообще не їш. Это как раз таки амарантовый хлеб. Это вот также кексики из амарантовой муки мы попробуем. Я сегодня с утра заказала. Ты не сама це робиш, да? Я думала, ты сама це запекала. Ты знаешь, сложновато. Нужно всю ночь готовить. Специальная закваска, ух, которая в течение ночи... Без дрожжей же все. На специальной закваске, еще и под музыку классическую, эта закваска возрастает. А без музыки она не возрастает? Возрастает, но с музыкой лучше. Я считаю, что музыка действительно наполняет еду особыми свойствами, особыми качествами. Также я часто, бывает, готовлю под молитву. Заряжается позитивной энергией. Как знаешь, ну, есть коров, которых доят, им тоже классическую музыку включают. Там атомы, они все пляшут також. Да. Не, ну правда, структурируется. Да, я знаю. Такая взрослая и верит в сказки. От мені цікаво, це ж ковбаса, да, в цих гамбургерах? Ну так. Да. Це ж така ковбаса, про да, яку да. Ти не чула. Чого ти така впевнена, що я не чула? Ой, ти боже. Безглютенова ковбаса. А м'ясо там же є? Ні. Іра дуже старалася захистити свою ковбасу в цих гамбургерах. Може, це секта, знаєте, якась? Хто його знає, чим вона там мене зараз годує? Я очень уже хочу попробувати. Давай! Ну как колбаска? Мне очень нравится. Я вообще люблю такую странную всякую еду. Можно мне салфеточку? Нету салфеток. Какой кошмар. Это выражение лица. Мне, конечно, было чуть обидно. Возможно, это какая-то полузависть. Ну, просто еда. Она невкусная. Кексы отвратительные. Эх. А тебе зашел кекс? Нормально? Мне нормально вообще. Вкусно? Я людина не особо перебурчива, да. Мы стараемся питаться, вся наша семья, именно продуктами, которые не содержат глютена. Потому что глютен, что это такое? Это практически клей, который обволакивает стенки нашего желудка. И там есть такие ворсинки. Через эти ворсинки впитываются наши микроэлементы и все витамины из пищи, которую мы потребляем. Те ворсинки, о которых говорила Ира, они находятся не в желудке, а в кишечнике. И если она уже заявляет, что она так сильно разбирается в этой теме, то она должна была это знать. Ну, мы клеем, мажем стенки нашего желудка, и, соответственно, все хуже впитывается. Да я нормально себя почуваю. Я нормально почуваю. Ты как? Ты же ешь глютен? Даже нет, даже желудка. Ну, ты себя почуваешь нормально, все? Но... Здорова, красива, жінка. Глютен, без глютен. Что за понты? Так кому-то нельзя из твоих детей глютен? Моего среднего ребенка есть глютеновая непереносимость. Как это? Только приняли... одному сыну? Только... Да, только одному. Вы приняли решение? Когда мы вникнули во все эти детали, то приняли решение не есть обычную муку, а есть безглютеновую муку, безглютеновые продукты. Не можно одній дитині. А за фактом Ірка знущається над усіма хлопцями. Це таке питання. Нащо? Це не дуже коректний підхід до виховання дітей. Якщо у однієї дитини є особливі потреби, обмежувати інших у чомусь не варто. Бо це може призвести до образ та ревнощів. Чому чиїсь інтереси важливіші, аніж мої? Тому якщо у вас у сім'ї хтось потребує особливого раціону, краще готуйте для цієї людини окреме меню. Це важче і довше за часом, проте краще для психоемоційного клімату у сім'ї. Глютен, на самом деле, в дуже великому кількості продуктів содержиться. Глютен содержится практически во всех кашах, в любой муке, в любом хлебе, в любых сладостях. И очень сложно найти, конечно, продукты, которые не содержат глютена. Ты уверена, что твои дети, когда тебя нет рядом, не едят глютен? На самом деле есть кафешки, где есть безглютеновая пицца. Они готовятся на безглютеновой муке. Но они 99% детей не будут приглашать к себе в кафешку безглютеновую. Всі ж ми живемо на планеті, всі ж ми бачимо і ці фрі, і чіпси, хіба ж їм цього не хочеться. І вони такі, о, мами нема, щас, я візьму чіпси.
Ага, то їм так і захочеться. Як тебе, Іра, не буде поряд, вони аж бігом собі захочуть чіпси, не тільки з яблук. Нет, це ну, правда, точно. Они на самом деле знают, что можно, что нельзя. Она хочет казаться круче, быть хорошей мамой в глазах других. Это вызывает улыбку, прежде всего. Ну. Здоровье детей для меня очень важно, поэтому каждое утро, перед тем, как они вообще начинают что-либо кушать, я им даю теплую воду, и я туда добавляю особые добавки, которые делают эту воду волшебной. Я сейчас вам покажу, какие. Іра так це прикрашає, вона це подає як свою родзинку сучасності, щоб ми такі очі, такі здоровенні на неї подивилися і сказали, боже, яка молодець, яка ж мати. Ну, і що це за арсенал? Арсенал, так, да, правильно говориш. Що таке вода, знає кожна людина. Водичка, і не треба робити з неї мікс з уроку з хімії. Коралловая вода. Она способствует восстановлению печени. Потом вот эта штучка, это она структурирует воду, то есть вода, получается, имеет структуру. Структуратор – это для того, чтобы эта вода доходила до разных частиц наших органов. Магний, магниевое масло. Ой, елки-палки. Да, у нас у всех есть дефицит магния. Его нужно втирать в кожу, в такие места, где лимфоузлы. Это считается, что максимально там впитывается. Так, это полифенолы винограда. То есть это концентрированный экстракт из шкирки и кисточек червоных сортов винограду. Ну, это имеется в виду, что это тоже классно для крови. Что вы тут туда налили в ту пляшечку? Ты впевнена? Ну, видишь, виноградик. Не, ну в эколавке продается. Ну, это же не показатель того, что это хорошее. На заборе тоже пишут. Все эти баночки – это БАДы. Биологически активные добавки. А значит, они не имеют ничего общего с доказательной медициной. Единственная цель этих добавок – это выкачивать деньги с обычного обывателя, который верит во все инструкции и во все рекомендации, которые там написаны. Давайте по чуть-чуть попробую, дам всего. Я уже чая напилась. Не хочу я такое пить, даже если оздоровиться, мало ли что там. По-моему, по поводу воды, это известно всем, это общедоступная информация в интернете. И неплохо было бы им своим детям давать теплую воду, тем более там с каплями прополиса, с магниевым маслом. Є таке явище, як ефект плацебо, коли хворому дають пустушку, запевняючи, що насправді це високоефективні ліки. І людина самостійно видужує завдяки своїй вірі. Можливо, Іра справді почувається краще, адже сильно вірить у дію своїх чарівних вітамінів. У будь-якому разі неправильно давати дітям вітаміни без ретельного медичного обстеження та призначення лікарем. Адже будь-яке штучне втручання може призвести до дисбалансу речовин та мікроелементів. Я встаю сама раніше всіх, где-то в 6 часов. В 6:30 перший стакан я даю, вони ще сплять. Во сні. Во сні. Ну а що? Я ж хороша мама. Мені на самом деле не сложно 3 рази сходити і принести кожному із них стакан полезної, структурованої, правильної води, яка напитає їх реально просто на кожен день. То ти їх примушуєш чи що? Не хотіли сразу. Зараз привикли. Привикли. Ну, я вижу прям, как она заходит в 6 утра, будет и говорит, и пей, давай, пей, сказала. И он такой, мамочка, я так ждал эту воду, спасибо. И кекс тебе, который девственница подпекла под звуки музыки Баха, блин. У меня аж руки начинают потеть. Мне вот, Ира, цікаво, вода, да? А яка вода? Вы ее фильтруете, чи ты с крану детям наливаешь? У нас фильтр. Я наливаю из этого фильтра в бутыль, в котором содержится шунгит. Можливо, и нечем заняться. Вона постоянно собі там с гаджетів сидит в интернете и читает какие-то там, знаете, разводы на бабки. А можливо, країна. Можливо, їй треба реально психологічна допомога. Потім я це озонірую озонатором спеціально. Та ну ти подивись. Да. Це доочистка. Чистка, чистка, доочистка.
Я, правда, хотела просто передать им свой накопленный опыт. Я думаю, что-то полезное и новое они услышали и почерпнули для себя. Маленьким детям большое количество воды с утра принудительно, ну, не самый лучший вариант. Я делала анализ их крови на темнопольном микроскопе. Я всегда слежу за новейшими технологиями, поэтому мы делаем разные анализы, исследования. Вот, допустим, анализ на темнопольном микроскопе увеличивает кровь во много-много раз. Он нам позволяет увидеть эритроциты. И если они такие слипшиеся, эти эритроцитики, то желательно пить много воды. Они могут быть в форме ежиков. Это значит, они поврежденные. Эритроциты как ежики, серьезно? Она вообще читала когда-нибудь учебник по анатомии? А ты видишь динамику у тебя того, что ты делаешь? Конкретно на анализе? Конкретно на анализе вижу, да. Понятно. Конкретно и по крови, да? Тобто вона вже більш така... Рідка. Ріденька, да? Ріденька, да. И эритроцитики так бегают, так по плазме. Что это какое-то такое интересное занятие? Может, надо себе попробовать? Может, мне тоже понравится? Посмотрите, как прыгают там мои эритроциты, или что они там делают. Там злыплюся, что с чини. Девочки, вот здесь все мое хозяйство. Смотрите. Ира доставала баночки одну за другой. Ее невозможно было остановить. Это макароны из буряка. Пене. Это амарантовая паста. И амарантовая паста. Амарантовая паста, так. Мука из насения расторопши, кедровое масло, также корень одуванчика и прополис. У меня было такое впечатление, как будто бы вот она выделила специальный шкафчик, именно для нас подготовила, как в магазине, знаешь, вот заходишь и все есть, что хочешь. Все пачечки свежие, новые, баночки почти не открытые. Ну, это показуха. Я вижу женщин, которые врут. Я вижу их насквозь. Здесь масло расторопши есть, также вот мука расторопши и также олія чорного тміну. Также олія з квітків календули і также знову-таки масло амарантове. Экспериментируй с собой, впихивай в себя все, что угодно. Капай в глаза, в уши, куда угодно себе, в воду. Делай клизмы, капельницы, блин. Дети, детей не трогать. Ой, люди, що це робиться? У мене оце просто виникає питання. А як раніше от жили люди? Раніше. От зараз є оце все, а раніше? Вони ж нормально жили, не хворіли. Які були здорові жінки, з нормальними формами. Попа, циці, чоловіки сильні, роботящі. То хіба ж вони оце приймали? Если для них это как-то странно, то это не значит, что это на самом деле странно. Для нас это норма жизни, здоровый образ жизни. Масло расторопши – это здоровье печени, и мука расторопши – это здоровье сосудов, это здоровая нервная система. Это перебор, а не здоровье печени. Все там у них нормально с той печенью. Да, конечно, все нормально, но это же для поддержания просто. Я, правда, хотела до них донести эту информацию. Мне было странно, почему девчонки относились ко мне с каким-то предвзятым отношением. Три здоровых пацана. Как они будут жить дальше? Мне просто не думаешь об этом, что ты навязываешь им уже с детства РПП, расстройство пищевого поведения? Сумасшедший дом. Думаю, нет. Я думаю, да. Это же надо потратить энергию, время. Деньги почитать, вычитать, съездить с детьми на анализ, с собой на анализ, опять потратить деньги, воодушевленно это все калашматить там в воде. И ты вроде в этом все понимаешь, ой, я хорошая мама, я молодец, я все сделала для здоровья своих детей. Ну и мне кажется, это все очень дорогостоящее. Да, это дороже. Ну, за здоровье надо, так сказать, платить. Амарантовая мука стоит около 90 гривен. Яблочные чипсы где-то 50, и буряковые макароны, они стоят около 60 по сравнению там, с 20, которые обычно стоят. Но это гораздо все равно дешевле, чем потом платить за свое лечение. А сколько анализы стоят такие? Тест по волосам на микроэлементы и на витамины 600 гривен. А микроскоп, женщина-профессор приезжает домой, такое исследование стоит 800 гривен. Угу. Человека. Угу. И вы делаете это всем? Всем детям и маме, папе. Угу. А как часто делаешь? Где-то раз в полгода.
Ну да. Скажи, пожалуйста, мы не увидели таких признаков мужчины здесь, ни общей фотографии. Он есть, существует вообще? Да, он есть, существует, но он просто не публичная личность, поэтому сегодня, к сожалению, его с нами не будет. А муж меня полностью поддерживает в нашем стиле питания и также в нашем стиле жизни. Оце слухаю я, Іра, тебе, і не можу зрозуміти, як проста людина ось зараз. У тебе якась робота, професія взагалі. Ну, по поводу образования, оно у меня высшее. У меня 3 красных диплома. Да я тоже бухгалтер. Нет, ты мне расскажи, чем ты взагалі, якась професія є на зараз. На самом деле, у меня есть возможность не ходить на работу, так как у меня есть пассивный доход. У меня есть одна квартира и дом, который я сдаю в аренду. Это мне позволяет не ходить на работу. У всех проблем одно начало. Сидела женщина, скучала. Женщина должна быть в пределе, чтобы у нее не было времени даже подумать про какую-то фигню, на которую можно включиться и потратить деньги, энергию там. Девочки, я сейчас отлучусь. На секунду. Хорошо, ждем. Ну, это добре. Девочки, может, пока Иры нет, посмотрим кухню? Меня интересует холодильник, если честно. Давайте посмотрим. А сливки это входит? Это лактоза. Да? Это сливки. Сливки. Это что? Это сливки не очень вкусно пахнут. Кастрюлька с борщом. Ну, на мясо все, да? Да, мяско есть, кстати. С картошкой. Борщ? Ну, там же крахмал. Это же все склеится. Она, по-моему, забыла все попрятать. То, о чем не рассказала нам. Кстати, хочу вам сказать, девочки, по поводу кетчупа. В кетчупах всегда содержится глютен. Судя по тому, что я видела, это история про быть и казаться. Холодильник Іри матусь не вразив. Можливо, її таланти вони оцінять більше. Мне хотелось их удивить. И хотелось как-то им понравиться, как спортивная мама. Я стараюсь уделять спорту около 4 часов в день. С утра у меня обязательно йога. Мне хотелось очень девочкам показать свои любимые позы в йоге. Первая такая поза, с чего начинается йога, это Сурья Намаскар. Я вам сейчас покажу, это такое называется «Приветствие солнцу». Ух ты, какая растяжка. Кожна ніжка там правильно задирається, вона правильно вигинає спинку. Звичайно, це виглядало красиво. Як мама, яка народила 3 дітей, вона дуже добре збереглася. Прогиб хороший. Тож 3 дітей. Да. Дівчата, давайте, молодець. Клас, гибкое тело такое. Ой, извините, закружилась голова. Намасте. Намасте. Разумница, класс. Для меня было сразу видно, что она не занимается заявленное количество часов, даже йогой. У нее нет мышц, и у нее в целом дряблость. О, какой-то звук, мне кажется, дети пришли. Отлично. Мы давно хотели с ними познакомиться. Вот мои 3 красавчика. Квіти життя. Какие 3 богатыря, да? Да. Здравствуйте. Добрый день. Привет. Меня Юля зовут. Меня Тимур. Я Никита. Меня Максим. Вони настільки от худенькі і такі... Ну, мало в них емоцій якихось, тому що, мабуть, все ж таки, я думаю, вони трохи не доїдають. Хлопці, а розкажіть, що ви любите їсти? Може, якісь корисні продукти вживаєте? Мама розповідала. Банан! Да. Ложки в ладошки. Веселої прогулянки. А салати кушаємо дуже часто. Торт. Я торт. Мамін суп. Я чупа-чупс.
Младший, так как он слишком маленький для того, чтобы красиво врать, было видно, что показания не совпадают. Да, до речи, ми ж вам принесли подарунки, ну я так точно. Так, хлопці, прийшла до вас червона шапочка з супермаркету. І ось бачите, що я вам принесла. Є й булочка ось така з цукром, бачите, полита. Є пиріжечки тут, і все таке дуже смачне. Дитино, поїж, на ось тобі нормального хлібчика, там можна з кунжутиком, хлібчик ось з зернятками, бачите? Це тут вам вистачить на 2 тижні, мабуть, їсти. Можна ще й сухарі робити. Эта кошелка с хлебом вызвала у меня такое откровенное возмущение. Она прекрасно знает, что мы этого не едим, что для нас это вредно. Я конкретно увидела это как камень в мой огород. Ну, то, будь ласка, пригощайся. Ой, ничего себе. Так, упала, пригощайтесь. Булка. Пойду учить уроки. Хорошо. Дякую, до побачення. До побачення. Ир, все-таки дети едят хлеб с глютеном? Ну, видишь, конечно, увидели. Что случилось? Да так, ничего. Я сразу поняла, что он на кого-то обижен, потому что он стоял, как будто бы хотел плакать. Матусі ще не встигли нічого спитати, а Максимко уже ледь-ледь стримує емоції. Ну, у меня с утра Никита начал мозг, в принципе, выносить. Он мне вчера день рождения испортил, поэтому мы его нехорошо отпраздновали. И прошлое тоже мне испортил. Я вообще была в шоке, что средний сын начал такое рассказывать. Явно что-то пошло не по плану Иры. Между детьми есть конфликт. Они начали ссориться с того момента, как Никита где-то... Ну, уже стал в более взрослом возрасте, где-то с 4 лет. Сейчас ему 6,5. Как он научился разговаривать, он сразу начал со мной ссориться. Короче, ревность, да. И Максим почему-то считает, что его любят меньше, чем Никиту. У меня уже вообще нет сил на все это. Ну, а почему у него какой-то такой настрой появился? Ты не думал, что, может быть, какая-то... Это из-за того, что его избаловали. Я уверен. Только он начинает плакать, то он сразу становится королем в этой квартире. Я отношусь к нему как к ребенку, и, соответственно, я уделяю ему чуть-чуть больше внимания, чем всем остальным. Иногда ведусь на его истерики, даю ему во время истерик, что он хочет, лишь бы он перестал плакать. Більше уваги потрібно дітям до 3 років, поки у них є пряма фізична і емоційна залежність від мами. А потім починається природній процес сепарації від батьків, коли дитина стає самостійнішою. А коли дитина вже старша за 3 роки і починає маніпулювати мамою, потрібно від неї навпаки дистанціюватися. Це навчить дитину правильно себе поводити і розуміти рамки допустимої поведінки у суспільстві, а не відчувати себе центром всесвіту, якому можна геть усе. Йому подобається, коли він малыш, і всі за ним стежать. Ну, то есть он пытается тебе сделать так, чтобы ты прям, ну, то есть упал, он специально тебя там что-то трогает. Он специально сделал конфликт таким, чтобы он был в идеальной ситуации, его пальцем не тронули, а ты был в такой ужасной, то есть и на тебя накричали родители. Какая-то нездоровая обстановка у них, если честно. Он это делает специально, он знает, что мне больно от этого, и хочет мне сделать это назло, чтобы... меня вынести, и чтобы мне было плохо. Мне неприятно от того, что мне младший брат это делает еще с 5 лет. Только он узнал о том, как разговаривать. Я пойду к себе в комнату. Я видела, что ребенок очень сильно расстроен, а мама вообще никак не реагирует. И, ну, я считаю, что детей нельзя в таком состоянии одних оставлять.
Поэтому я пошла за ним. Привет. Малыш, я сейчас тоже буду плакать, честно. Ну так плачь, мне это пофиг. Он на меня на «ты». Он сразу там какие-то неприличные слова мне. Может, это так принято у них в семье, я не знаю. Почему Никита с тобой ссорится? Где Никита? Сейчас мы будем... Это в***, Мира, я не знаю. Значит, будем с Никитой сейчас выяснять, почему он тебе портит настроение. Он мне всю жизнь испортил. Своим появлением? Нет. Потому что грёбаный Никита – тварь. Почему ты его обзываешь сейчас? Почему? Что он меня обзывает? Мне кажется, что с этим нужно делать, причем срочно, что-то. Реально есть очень большая проблема. Очень большая проблема. Ну не надо было меня рождать, чтобы я всю жизнь мучился. Ну чего ты мучишь? Да потому что я никому не нужен. Я только нужен, чтобы меня использовали и чтобы я плакал. Вот для чего я тут нужен. Я была в шоке, что ребенок кричит на всю квартиру, а Ира продолжает готовить кушать. Я уже решила не трогать его, чтобы не сделать хуже. Середньому сину не вистачає маминої уваги. У хлопця формуються ревнощі і відчуття несправедливості. І він свої переживання вихлюпує через такі емоційні вибухи. Іра має не ігнорувати подібні істерики, а розібратися у їх причинах та допомогти сину їх вирішити. А тим часом Альона з Анною вирішують поспілкуватися з іншими синами Іри. Привіт. Давай ще раз познайомимося. Я Аня. Здрасте, я Тимур. Дуже приємно, Тимур. Як часто ти спілкуєшся зі своїми братами? Я в 8 класі. Більше часу роблю уроки. Тобто освобождаюся обычно в 9 часов. У меня время на общение мало. А какие у тебя отношения с Никитой, расскажи? То я не часто вижусь, но нормально. Ну, это Максим не находит общий язык с Никитой. Потому что Никита иногда провоцирует Максима, и оно так получается. Я когда разговаривала со старшим сыном, слышала крики. Я не хочу так жить! Поняла, что там конкретная какая-то ссора. Старший сын не реагировал, для него это, видимо, нормальная ситуация. Что они ссорятся? Я вот, считайте, как вот семья наша, а это как часть. Я, ну, как, ну, мало с кем разговариваю, то есть я сам по себе как. У каждого из детей свое пространство, своя комната, свои занятия. И я не навязываю ему, что он должен дружить и постоянно общаться с братьями. Так ему уже 13 лет, это подростковый возраст. Ну, может, в будущем поеду учиться когда-то за границу. Ну да. Он уже давно мысленно не живет в этой семье. У него вообще свой мир. И он отношения к этой семье как будто бы не имеет. Я уверена, это последствия воспитания мамы. Или отношения к нему его мамы. Ну, привет. Привет. Можете говорити, а я буду грати. Ну, може, ти спочатку зі мною поговориш, а потім я подивлюсь, як ти граєш. Добре? Ось так. Що виростає з цього хлопчика, якщо він вважає, що це нормально показати чужій тьоті отакі от речі? Мені в Єгипті показували пацани. Вони курять взагалі-то. Курити ти пробував? Да. Вони мені навіть давали дитяче пиво. У мене не було навіть слів, я не знала, що сказати. Одні емоції, один жах. А розкажи, ось я бачила, в тебе є два брати такі гарні. Кожен день прям ви оце з ними ругаєтесь отак. І прям кричите один на одного. Да. І якісь такі погані слова, мабуть, знаєш, матюки. Дурак і тупий. Ти взагалі ж знаєш, що такі слова особливо на брата? Що не можна таких казати слів, що люди ображаються і можуть плакати? Знаю.
А ти от розказуєш, що ви сваритесь часто, а ти ж взагалі любиш свого брата? Ні, не навичу. Я люблю. А можна мені вже пограти? Те, що молодший син у 6 років пробував палити, використовував нецензурну лексику, свідчить про те, що мама ним недостатньо займається. Ірина зі своїми переживаннями про правильне харчування, глютен і еритроцити зовсім забула про те, що свого 6-річного сина, його заняття, оточення і поведінку потрібно контролювати. А тим часом Іра збирає ошелешених конкуренток за столом. Хотілося б, щоб ви попробували моє блюдо. Це філе сома в устричному соусі. Ну, а рядышком – це поростки редиски і поростки гороха. Мікрокрин. Ужин был очень скромный, ни одна особо не напрягалась. Можно было нам хотя бы салатика сделать какого-то. Ой, Господи, поможи. Мы под впечатлениями. Вы даже кушать не хотите. Она была, как будто бы ни в чем вообще не бывало. Как-то я точно не хочу. Я была в шоке, мне ничего не хотелось, если честно. Ни есть, ни пить. Чего такие печальные? Ой, ну, я поспілкувалася з Никиткою, з твоїм. Він дуже багато звідки знає таких матюків, розумієш, Іра? Навіть я їх тільки не знаю. Ну, я думаю, конечно, все эти видео, которые всем детям, к сожалению, нравится смотреть. Це які це такі відео? Ну, відео, которые связаны с играми, там все ругаются матом. В смысле, мои дети тоже смотрят видео, но они смотрят не такие видео и тем более не ругаются матом в таком возрасте. А от з приводу того, що Никита пробував палити справжню цигарку, його пригощали хлопці. Он не рассказывал про сигарки. Для меня это шок, если честно. Та для мене теж, ти знаєш, це був ну, реально шок. Я не знала, що йому відповісти. Ти дуже піклуєшся про те, щоб там вони здраво харчувалися і все таке проче, різні добавки. Для дітей самые важные витамины – это материнская их любовь и поддержка. Лучше б вона зайнялася воспитанням своїх дітей, уділяла їм більше внимания. А не ходила, аналізи тільки здавала. Мені здається, ти дуже мало спілкуєшся із своїми дітьми. В тебе на це не вистачає часу. Воду, звісно ж, утром вона навчила, як пити, да? А як взагалі себе можна вести і як не можна, не навчила. Я би спробувала більше їх обнімати, більше з ними розмовляти, щоб вони відчували тебе. Не через таблетки, не через капли, не через анализы, а непосредственно вот так, через прикосновение, через разговор. Каждую ночь я ложусь посерединке, один у меня справа, другой слева, и я чешу им спинки. Чтобы иметь лучший контакт с детьми, с семьей, я закончила курсы рейки. Я настраиваюсь, делаю руки крестом, говорю, что рейки, я открыта и готова принять твою энергию. В этот момент поступает эта энергия, и она начинает стекать по рукам. Я обычно прикладываю одну руку на голову, вторую где-то на спинку, и через 2 минуты ребенок спит. Ты обращалась к психологу по поводу Максима? Сейчас я занимаюсь этим вопросом, как сделать так, чтобы средний сын и младший не конфликтовали. Чтобы это не выходило на такие рамки, как сегодня. Потом это переходит в драку. Поэтому мы сейчас ходим на курсы, такие, которые помогают бороться с эмоциями. Мы туда ходим месяц, говорят, что результаты будут через 3 месяца. Надеюсь, специалисты справятся. Я хотела бы перед вами извиниться за то, что вы сегодня услышали. Мне, правда, очень стыдно, я очень переживаю. Я с этим работаю, честно. Ира, что для тебя главное в жизни?
Ну, это, наверное, чтобы я была счастлива в кругу своей семьи. И было все дружно дома и комфортно, как на картиночке. Она сама не очень счастлива. И дети ее несчастные. Она как бы создает какую-то воображаемую деятельность, но результат ноль. Таке враження, що у Іри перші етапи орторексії. Це харчовий розлад, коли у людини нав'язлива ідея харчуватися правильно і екологічно чисто. При ньому більшість свого часу людина витрачає на пошук правильних продуктів, харчових добавок і правильне приготування. Для таких, як Іра, дотримання такого харчування – це спосіб отримати схвалення інших. Ситуація у сім'ї Іри далека від ідеалу, тому, можливо, жінка і тікає у правильне харчування. Здається, це єдина сфера її життя, яку вона може повністю контролювати. Можливо, розібратися у складній сімейній ситуації Ірині допоможе Дмитро Карпачов. Вітаю. Здравствуйте. Це дуже добре, що ви слідкуєте за собою, займаєтесь спортом, у вас така певна позиція щодо корисного харчування. А от чи не здається вам, що ви за всім цим втратили щось більш суттєве для вас? Може бути. Существує проблема, вона почала проявлятися года полтора-два назад. Младший син почав соперничати зі середнім сином. Все почалось з того, что мы жили за городом, и каждый день время в пути составляло около часа, и они начинали очень ссориться в машине. Поэтому именно с машины это все и началось, так как я говорила, пожалуйста, там, дай ему ту-то игру, которую он хочет, потому что буквально я вот так вот вела одной рукой. С этого начался этот момент, где Максим уловил, что, пожалуйста, дай ему то, что он хочет, лишь бы просто мы ехали дальше. Знаєте, де помилка була в цьому? Ні, не знаю. І цієї помилки припускаються багато батьків. Чому ви, коли між ними почалася сварка, не зупинилися і не почали розбиратися? Так було дуже багато разів. Я зупинилася і сказала, я нікуди далі не їду, поки ви не успокоїтесь. Ні, це ви не почали розбиратися. Це ви почали їм погрожувати. Ну, були такі моменти, коли я говорила, хто прав, хто не прав. Це мало бути нормою, а не моментами. Але ж ви кудись поспішали, так? Ну да, поскорее хотілося доїхати домой хоч как-то. Я думаю, це просто було зерно. А потім вже ця реакція почала вироблюватися. Так, це було зерно бур'яна, а ви замість того, аби його вирвати, ви почали його пророщувати. Да, да, да. Не це все, класно. Що пророщене, треба їсти. Це ви маєте розуміти. Ви довели рідних братів до того, що вони один одного ненавидять. Тільки через те, що вам було простіше дати зараз, аніж намагатися щось зробити з дитячою істерикою. Як можна поважати свого брата, якщо ти з ним в нерівних стосунках? Якщо йому можна те, чого не можна тобі? Якщо задля того, аби йому було добре, тебе карають, роблять тобі погано. Я постоянно Максиму, середньому, пыталась объяснить то, що, ну, пойми, он младше. Те, що ви молодше, аніж я, це не значить, що ви маєте жертвувати собою заради моїх втіх. Це ж зрозуміло? Да. А чим це відрізняється від того, що ви нав'язуєте своєму середньому сину? Да. Что же делать в данной ситуации дальше? У ваших синів мають бути єдині правила. Не має бути винятків. Ну, можливо, для старшого це може бути, але ви маєте це пояснювати тим, що він вже дорослий. Ви коли досягнете цього віку, вам теж це буде можна. Так. Другий момент. Вам треба знайти час для того, аби з кожним з синів проводити час окремо. І перед тим, як намагатися побудувати між ними близькі стосунки, вам спочатку треба побудувати близькі стосунки з собою. Що ви маєте в виду? Ну, дивіться, середній син на вас ображений. Ви для нього
хоч і рідний, і близький, але, умовно кажучи, ворог. Бо ви робите те, від чого йому погано. Коли молодший син почав проявляти свій заходити характер на його територію, так? З 4 лет. Скільки це років? 2 года. 2 роки? Навіть чуть-чуть. 2 роки – це який відсоток від 10 років? 1/5. 1/5. Вам скільки зараз? 35. 35. 1/5 від 35 – це скільки? 7. От розумієте, що хтось над вами знущався 7 років поспіль, а потім вирішив змінити до вас своє ставлення. Як швидко ви йому повірите? Не швидко. Приблизно в тому ж стані знаходиться ваш середній син. Тому для того, аби він прислухався до ваших порад, він має вам почати довіряти. Зрозуміло по що? Да, я розумію. А вже потім, коли між вами ці стосунки сформуються, потім ви можете коригувати їх стосунки між собою. Я розумію, я розумію. Вже з сьогоднішнього дня почну. Добре, зустрінемося у фіналі. Хорошо, спасибо вам большое. А от яке місце Іра посяде у фіналі, залежить від поставлених конкурентками оцінок. Ірі за самореалізацію я поставила 1. Вона тратить кучу енергії на аналізи, на булочки, взрощені класичною музикою. Но самореалізована жінка, вона має своє діло, своє хобі, увлечення, а це більше як параноя. Поэтому іди. За виховання дітей Ірині Глютен я поставлю 2 бали. Тому що такий жах я ще ніколи не бачила. За хазяйственність я ставлю їй 4 бали. На полочках все красиво вистроєно і амарантова мука стоїть, а в холодильнику у неї прокиші сливки і борщ з крахмалом. А у наступному випуску до себе запросить покинута дружина мільйонера Юля. Один із подарків – це була машина, джип, 40 тисяч доларів. И кольца были, и браслеты были усеяны полностью бриллиантами. Было много. Видно, что бабки крутятся. Конечно, это же миллионер. Юля расскажет, как вырастить детей майбутнюю элитою. А у твоих детей, ну, есть друзья малообеспеченные? Таких друзей у нас нет. Правило для успішних людей – це не дружити з неудачниками. Та що про це думають самі діти? Це є друзі? Ні. Як це так? Дівчинка без подружок. Я не вважаю це проблемою, реально.